Всем привет, ребята, с вами Zendress Games, и сегодня мы играем в новую игру Jeff the Killer Horror Game. Это новая игра от разработчиков SuCorporation, кто их не знает. Они создали Don't Walk in Darkness, не ходи в темноте. Я в эту игру играл, и они вчера ночью выпустили новую игру. Вот эту. Jeff the Killer. Ее выпустили вчера. Ну, можно сказать, 2 дня назад. Потому что это видео я выпущу 10 марта. Вышла она 8 марта. И давайте начинать. Сложности, призрак и нормально, конечно же, призрак. Блин. Так. Тут какие-то записки есть. Так. Тут вот ключик. Идем вот сюда. Давай ты, блин, коробки твои тупые. Так. Давай ключ сюда кинем. Я. Да блин, куда ты кинулся, идиот? Ты идиот, блин. Тупой ключ. Куда ты кинулся? Ты тупой идиот. Ключ. Ты меня бесишь уже. А, ключ. Блин, перезаходить надо. Ну ладно, мы все запомнили, где это. Так. Берем ключ. Кидаем его, потому что он нам больше не нужен. Вот тут какой-то еще желтый замок. Блин. Так, вот тут вот. Тут синий ключ. Вау, через крючок из ВК. Я сюда не заходил, хотел с вами заходить, я только знаю. Эту игру вроде еще пока никто не снимал. Только Топси бы эту версию снимал. Вау. Так, ну зачем я? Блин, ключ тупой, ненавижу я тебя. Фонарик там. Вау. А где ключ?
блин, тупой ключ. Я тебя ненавижу. Ты уже меня задолбал. Все, дохни, ключ-то. Я тебя больше никогда не брошу. Ну ладно, давайте просто походим. Там... Я вам просто хотел показать, как, где найти головоломки, как расчистить головоломки, которые я уже нашел, которые я могу расчистить. Тут, кстати, пистолет. Но на него эффекта никакого нету, если ты из него стреляешь, то все. В Джеффа стреляю, что ничего не случается. Во, давай. Вот такую я хочу сделать превьюху. Не, плиз, не иди. Ну ладно, может было походе, когда он шел. Кстати. Ну вот, вот тут зеленый ключ, который я просрал, он открывал вот этот замок. Вот этот. Больше в этой игре, в принципе, ничего я не нашел загадочного. В принципе, я ничего не нашел, а искать не хочу. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Разработчику спасибо за игру. Всем пока!